вообще как бы с детской спортивной школы, как полузащитник больше был, не столько крайне, сколько даже центрального сначала играл, потом уже как бы с возрастом уже там как бы скоростные качества были неплохие, поэтому перевели больше на фланговую игру как бы. Кстати, вот можно нападение попробовать тоже. Ну, он сейчас вот как выздоровеет, мы сразу начнем его. А так как Еще в бы, конце карьеры еще поиграет нападающим. то, что вот был момент, когда вот Галкин, допустим, видел меня как в роли защитника крайнего вот по всей бровке как раз, вот тогда вот приходилось так играть как бы. И, в принципе, позиция для меня была что в защите, то полузащите, в принципе, я очень много времени подключался вперед, как бы играл впереди, поэтому оно похоже, как бы, все равно вот, крайнего полузащитника и крайнего защитника, они позиции как бы похожи, они взаимозаменяемые. В принципе, два игрока, два защитника даже могут играть спокойно на одной бровке, если будут друга менять постоянно. Поэтому, если надо будет, сыграем и там.